Запаиваем очередной наконечник под шланг. Все, проверяем, что ли. Вроде нормально. Применили прибор. Продолжаем собирать шланги. Поставили, которые на реф идет шланг. Он, короче, он толстостенный. Здесь красиво покрасил, запрессовал, запечатал. Здесь нарезали на фитинг елочку. Конус, то есть, под вот этот фитинг. Заебались. Напарник полез вставлять переднюю часть шланга. Шланги он вставляет тут таким пистолетом. Что-то там крутит, блядь. Ну-ка, пошли на хер отсюда. Сороки. Наше мясо съесть. Вот это разъемное соединение. Оттуда пойдет шланг, шланг, шланг. Вот так пойдет. И вот здесь будет разъемное соединение. Вот здесь. И запускаем змея. Беру. И оставляем 5 сантиметров ему, чтобы можно было испаритель вот так наклонять. Теперь нам надо припаять елочку к этой трубке. К стыку. Погнали. Надо сейчас понимание. Мы будем где? Вот здесь паяться? Или мы будем здесь просто соединяться на фитинг? Да, соединяться на фитинг, да. Ну, под хорошо. Машиной мы не будем паяться. Запаяли, проверяем. Это мне здесь щепичок подтяну. Как там говорят, запаялась по красоте. Ну и чтобы не гнило, заматываем изолентой и красим. Трубка, ножик и белый маркер. Там точно наверху, Лёх, все в длину вытянуто? Сейчас положи, посмотрю. Пожалуйста. Сзади все в порядке, здесь с запасом. Собираем шланги на клею. Клей на эк. Вот так. И переносным прессом запрессовываем. Так, шланг готов. Кондиционерный AC House 13 мм. Замочек здесь мы попали. Если вам надо срочно продать автомобиль, исправный, неисправный, мы можем сделать это за 1-2 часа. Причем вам не нужно будет заморачиваться с оформлением документов. Мы все сделаем за вас сами. Деньги выплачиваем сразу, на месте. Вы можете продать нам неисправный автомобиль. Исправный, в любом состоянии. Кредитные, залоговые. Выкупаем все машины от 12-ки до Лексуса. Обращайтесь, телефоны на экране. Попутно, естественно, проводим оценку технического состояния автомобиля. Например, машины после аварии. Многие не могут их отремонтировать или нет средств на это. Мы выкупим у вас такой автомобиль. Собираем испаритель, закрутили, подтянули, даем давление, давление пошло, и затягиваем соединение, и все проверяем здесь и там. Собираем корпус испарителя, не забываем ставить датчик температуры сюда, и защелкнуть все защелки по корпусу, проверив вращение вентилятора. Все собрали. Проверяем давление. Испаритель на месте. В нижнем пока 4,5, в верхнем почти 20. Ну и все, и заправляем прадика. 24 атмосферы, засвистел клапан, все нормально. Всем пока. Устали, работа тяжелая была. Ниссанчик еще подъехал колесо подкачать. Заправляем через вакуумирование, потому что двухконтурная система. Шланги новые, лучше, как говорится, лучше отсосать. Все, закончили. И сезон, походу, закончили. Вот так вот. У нас сегодня 14 сентября. Послезавтра, уже завтра похолодание. Всем пока, до следующих встреч. До новых фильмов.